Люди добрые, здравствуйте. Я обращаюсь к вам. Видела ролики. Цыгане обращались к вам, и я к вам обращаюсь. Я по поводу Коли Мості из Днепропетровска. У нас завелась одна там скандальчик с цыганями. Он там вообще не был ни причастный, ни к чему, никаких делов у нас с ним не было. Не знаю, как он нашел номер моего мужа, позвонил моему мужу, завелись они там. Звал в лес моего мужа, мой муж сказал ему, приедь ко мне домой. Он не приехал к нам домой, я приеду. Мы его ждали. До 4 утра мы его прождали. У 4 часа утра он приехал, не знаю, с рекламой или не с рекламой. Кинул нам в дом то, что не буду говорить вслух, что кинул такое, что взрывается, кинул в домик нам. Пострадал ребенок чужой, у меня во дворе был чужой ребенок, 20 лет мальчику пострадал. Дети были, бабушки были, машину дорогую нам сорвал. Потом позвонил, ничего не объяснил, ничего никак. И выставляет видео, что он хороший цыганский правильный парень. А где ж он правильный цыганский парень? Ратле так не поступають, як він поступає. Втихаря кидати те, що не треба людям у двір.